Ребятки, всем привет! И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом овощного салата. Он очень простой и невероятно вкусный. Итак, для салата нам понадобится капуста. Режем ее мелко, соломкой, кому как удобно. У меня такая получилась. Далее берем морковку и трем ее на терке. Затем свекла и точно так же трем ее на терке. За огурец свежий не забываем, точно так же трем его на терке. Берем зелень, какая у вас есть, у меня петрушка, и нарезаем ее. Далее мы делаем заправку для салата. Берем подсолнечное масло, лимона немножко, и душистого перчика, туда же соль по вкусу. Перемешиваем все тщательно и добавляем наш салат. И вот такой вот салатик у нас получился. Красивый, главное, очень полезный и простой. И очень вкусный. Всем приятного аппетита! Пока-пока!